Всем-всем привет, друзья мои! Сейчас мы будем готовить с вами вместе закуску из баклажан. Вот я принесла, помыла 3 баклажана и вот так буду резать их, примерно 1 сантиметр. Баклажаны я нарезала кружочками, сложила в чашку. Я их не солила. Если я сейчас их посолю, то когда я их буду обжаривать в масле с двух сторон, они будут, масло у меня это будет стрелять, потому как они дадут сок, и все будет это кипеть в масле, и будет не очень хорошо. Будем сейчас нагревать масло в сковороде и обжаривать наши баклажаны с двух сторон. Вот так обжариваются наши баклажанчики. Вот я там 3 штучки перевернула до такого золотистого цвета. Вот потом переворачиваем и с другой стороны обжариваем. Баклажаны я обжарила. Вот такая горка у нас получилась. 2 зубочка чеснока порубила ножом. Здесь в чашечке я налила майонез. Сейчас я смешаю чеснок с майонезом и буду выкладывать чеснок с майонезом на баклажаны. И я еще приготовила уже помидорки. Помидорки я буду класть сверху. Вот так я помазала майонезом. А вот на этом блюде я уже сверху положила и помидорчики. Тоже порезала их тоненько. Ну вот так примерно. Вот 1 сантиметр, наверное, может чуть поменьше. И вот сверху сейчас этих баклажанчиков я тоже положу помидорчики. И можно приукрасить это все зеленью. Вот так у меня получилось. На одном блюде я украсила петрушкой, веточками петрушки, листиками петрушки. А на другом я просто посыпала порезанным укропчиком. Вот такая закуска у нас с вами получилась. Всем-всем приятного аппетита. Наслаждайтесь закуской из баклажан с помидорами. И всем всего хорошего. Всем пока.